расставаясь после последних переговоров с Владимиром Владимировичем, мы договорились, что вы со специалистами приедете в Беларусь, и мы сядем с вами, обсудим вопросы безопасности Беларуси. Знаете, уже я поднимал этот вопрос, но это после 1994 года известного Будапештского меморандума, где клялись все западные и Россия державы Казахстану, Украине и Беларуси предоставить полную безопасность. Естественно, вы знаете, что западные государства растоптали все эти договоры, соглашения и заявления, и никакой безопасности нет. Имелось в виду экономическая безопасность в том числе. Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России, санкции? Полную безопасность Беларуси. В общем, это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии безопасности. В принципе, как-то в 90-х годах ни шатка, ни валка об этом говорили. Сейчас в связи с поступками и тенденциями на Западе это обо всем этом забыли. Ну, какие нам гарантии безопасности Америка может предоставить? Да никаких, кроме подстегивания агрессии против нас, как видим мы сейчас. Нам нужны полные гарантии безопасности от нашей братской России. Вы приедете сегодня, и мы этот вопрос серьезно обсудим. В контексте той ситуации, которая складывается вокруг нас сегодня.